Дима, у вас прям буквально по 2 минуты, хорошо? Вы готовы что сказать? Отлично, мы тоже, все нормально. Готов. Ты же скажешь, да? Можно говорить? Там что-то... Сейчас делаю. Говорите. Все. Поехали. Всем привет! Мы в Японии! Конничуа! Конничуа. Здравствуйте. Здравствуйте, что означает по-японски. Кто мы? Я Маргарита Полежаева. Я Алексей Жихарев. И сегодня мы с вами хотим поделиться вот этими вот просто японскими, русскими... Эмоциями. Эмоциями, да. Хочется уже по-японски говорить как-то, да? Давай расскажем немножко о себе, да. Мы представители и основатели молодежного движения Reflame Your Start. И мы сегодня хотим продемонстрировать, какие возможности есть в нашей компании, какие есть возможности в нашем бизнесе, в нашей системе. Этот бизнес дает, на самом деле, возможность неограниченности доходов, неограниченности осуществления всех, наверное, целей и желаний. И самое главное, да, наверное, путешествий. Потому что насыщенность в этой жизни, наверное, путешествие – это одно из самых таких важных моментов, которые добавляют таких уникальных моментов в нашем мире. Знаете, молодежное сообщество «Твой старт» уже 18 лет. 18 лет молодые ребята покупают себе квартиры, машины, путешествуют, строят семьи, не боятся рожать детей. И сейчас я вспоминаю, когда это начиналось, когда $1000 – это была невероятная сумма, когда я встречалась со своими ровесниками, и за разницу в $10 зарплаты, чуть-чуть больше, они готовы были тратить время своей жизни на дорогу, чтобы дальше ездить и получать больше зарплаты. Но в это же время с компанией Oriflame я путешествовала вместе с родителями, я уже сейчас объездила больше 60 стран мира. Мы поднимались в кратер вулкана, мы спускались на дно океана. Это невероятный Reflame, о котором хочется говорить, говорить, говорить. И я с радостью сегодня хочу поделиться с вами, к чему это пришло. И очень много уже молодых ребят с компании Reflame становятся бриллиантовыми, исполнительными директорами, путешествуют. И сегодня этими историями мы хотим поделиться с вами. И как это прекрасно глазами новичков, первый раз на конференции ребят, видеть этот мир потрясающий. Итак, перейдем к первой истории. Да. И сейчас с гордостью и радостью я хочу вам представить нежную девушку, новый бриллиант 2017 года, 3 звания за 1 год. И они с мужем в Японии. Итак, встречайте, Елена Рублева. Юху! Всем привет! Как меня слышно, так и хочется сказать, потому что наш бизнес сейчас немножко стирает границы. И то, что мы находимся в Японии, и вы можете это видеть через наши истории, через наши странички в Инстаграм. Я думаю, что многие наблюдают за нами в Инстаграм, и вы видите, что с нами здесь происходит. И это все реальность, это 23 век, но он происходит в нашей жизни, даже в таком возрасте, как у нас, потому что очень многие мечтают побывать в Японии, но именно компания Oriflame эту мечту исполняет у нас. И все, что в нашей жизни вообще есть с мужем, это благодаря Oriflame. Мне 29 лет, Диме у меня 31 год, и мы родители 2 детей. Но когда-то мы пришли в Oriflame, точнее, первая пришла в Oriflame я, когда мне было 17 лет. И я мечтала просто увидеть море. На данный момент это немножко даже... Я думаю, что, наверное, есть такие люди, которые мечтают увидеть море, так? Ведь я просто мечтала путешествовать. И через год... Эта мечта сбылась, я стала директором Oriflame. В 19 лет я уже зарабатывала больше, чем мои родители вместе, хотя папа тогда работал директором школы. Меня спасали от Oriflame, но до сих пор не спасли. И теперь вся наша семья в этом бизнесе. И для меня огромная честь быть сейчас в Oriflame и на первой бриллиантовой конференции. И это именно Япония. Сразу такая страна, о которой просто многие даже не мечтали. И для нас, на самом деле, с мужем, это была какая-то страна, вот мы сегодня с ним шли по самым оживленным улочкам Токио и думали, если бы мы хотели бы побывать в какой-то стране, то, наверное, Японию мы бы даже не вписали в этот список. Не знаю, почему эта страна казалась какой-то для нас дикой, хотя у Димы здесь живут родственники, и мы с ними ни разу не виделись, и сегодня, и 2 дня назад, и 3 дня назад мы с ними здесь видимся, общаемся, мы узнаем Японию с другой стороны, так как они общаются и на японском, и на русском, они знают все традиции, они знают все, вы понимаете, вот эта возможность путешествовать по всему миру, и еще и дает возможность совершенно по-другому мыслить. И для нас огромная честь быть на этой конференции. Что мы такого сделали, чтобы здесь оказаться? Мы делали простые, обычные действия, которые умеет делать абсолютно любой человек. Мы обычные ребята из деревни, у которых просто были мечты. И у каждого из вас наверняка есть мечты, потому что все начинается именно с нее. Нужно просто найти свою мотивацию, найти свою цель, и обязательно мечты становятся реальностью, потому что Oriflame оплачивает ваши мечты. И если у вас есть такие же мечты, как у нас, путешествовать, возможно, вы хотите быть свободными, возможно, вы хотите быть самостоятельными уже совершенно в любом для вас возрасте, то это все возможно с компанией Oriflame и с теми возможностями, которые дает компания. И напоследок я еще хочу сказать то, что самое главное в этом бизнесе – это делать с любовью. И если делать свои действия с любовью, то любая мечта может стать реальностью вместе с Oriflame. Леночка, спасибо тебе большое за твое классное выступление, за твои нежные такие эмоции. И сейчас я хочу представить вам следующего спикера от Украины. Это новый бриллиант 2017 года, 3 звания за год. И вы уже знаете и любите его через YouTube и Instagram. Итак, встречайте, это Дмитрий Шевчук. Привет, дорогие друзья! Рад сегодня выступать прямо для вас из Японии. Давайте с вами познакомимся, с кем мы еще не знакомы. Меня зовут Дмитрий Шевчук. Большое спасибо за такое поздравление с новыми званиями, хотя, кажется, это было уже так давно. Мне 22 года, сам я из города Харьков, Украина. И знаете, сегодня моя жизнь, она совсем не похожа на жизнь обыкновенного студента. Я, наверное, вот своей историей, своим своей историей успеха и своими результатами, и вообще, в принципе, своей жизнью хочу показать любому человеку, школьнику, студенту о том, что в любом возрасте ты можешь жить так, как не живут и в 30, и в 40, и в 50 лет. Если говорить обо мне, то я в этом бизнесе уже перешел 5 лет назад. Пришел я сюда, когда мне было всего 16 лет. А обычный школьник искал для себя подработку. И мое знакомство началось с фразы «это сколько же они тут продают, да, чтобы столько зарабатывать». И когда я узнал о том, что не в продажах, да, ведь заключается наш бизнес, мне просто стало интересно попробовать, потому что я увидел людей, которые уже тогда были той жизнью, про которую я только мечтал. И я подумал, раз у них получилось, время, силы есть, попробовать. И я действительно горжусь своими результатами. Почему? Потому что я их не украл, я их сделал сам. И о чем я могу гордиться? Тем, что в 16 лет, когда я заканчивал школу, я уже стал директором компании Reflame. Я уже получил премию $1000. В 17 лет я уже зарабатывал больше родителей. И когда я это говорю, папе не сильно нравится, хотя он начальник поезда. В 18 лет мы уже сделал себе подарок. И на свое 18-летие я купил себе первый автомобиль без кредитов, без займов. Еще могу больше сказать. С Oriflame исполняются такие мечты, про которые вы даже можете не мечтать. Вся жизнь, она только в наших с вами руках. И когда вот у меня стоял вопрос о том, чтобы мне получать деньги, да, чтобы стать предпринимателем, я понимал, что я смогу это сделать только с 18 лет. Но благодаря, наверное, своим желаниям, своей силе мысли, вы можете даже законы менять. И я горжусь тем, что благодаря возможностям компании Oriflame мы изменили закон Украины, и я стал первым несовершеннолетним предпринимателем в Украине, и образовалась вот такая вот череда уже молодежного предпринимательства. Сегодня работа – это самое бесперспективное место, где можно себя вообще реализовать. Нас учили просто жить по шаблону, да, ходить в детский сад, школу, институт, но такой путь, он не ведет к богатой жизни. Я смотрел, как живут мои родители, как живут мои бабушки, дедушки. Они не думают о путешествиях, они не думают, где им покупать новую недвижимость. В прошлом году мы закрыли 3 новых звания, получили от компании Reflame больше 11 тысяч долларов в 21 год. Ребят, ну где сегодня школьник? Где с удовольствием живем вместе с моей... Наша жизнь – это только наш с вами выбор. И быть бедными людьми, абсолютно все. И до встречи в Австралии, на Майорке. Есть шанс у каждого. Дима, спасибо тебе большое. Теперь в тебя народ еще больше влюбится, и ты получишь еще больше подписчиков. И сейчас вы видели конкретно человека, который показывает, что в 20 лет реально стать миллионером с компанией Oriflame и, более того, менять этот мир под себя. А сейчас с гордостью и радостью я хочу представить, какой многообразный, какой масштабный наш бизнес. Девушку из Грозного, бриллиантовый директор, многими любимая, встречайте, Ирсана Магомадова. Огромный большой привет из Токио, приветствую всех. Мы сейчас находимся на бриллиантовой конференции. Это невероятные ощущения, это эмоции. Ребят, 2 года назад думала ли я, что я квалифицируюсь в Токио? Я даже не мечтала об этом. Компания всегда дает больше то, чем, что мы можем себе даже представить или желать. Ребят, здесь нужно квалифицироваться, нужно участвовать во всех конференциях. Я просто удивлена от культуры этого народа. Это интересная история, это интересная культура. Это люди очень приветливые, и я никогда не могла себе представить, что я вживую познакомлюсь с японцами, что я изучу их традиции. Хочу вам рассказать немного о достопримечательствах, которые я видела, и хочу сказать, что эти люди очень простые, они эмоциональные, и в то же время этот город Токио, он очень... красочный, яркий, зеленый, чистый воздух, очень чистый сам город. И находясь тут, я понимаю, так хочется, чтобы больше именно нас из России, из Казахстана стран квалифицировались, наши партнеры именно в эту страну. Хочу также дополнить, что именно сделали те лидеры, которые находятся на данный момент в Токио. Они работали системно. Мне очень понравилось выступление одного лидера вчера на бизнес-конференции, на бриллиантовой конференции. Он поставил перед собой цель – открыть следующее звание президент, исполнительного директора. Это пригласить дополнительно 6 партнеров. Он начал работать, составил план, пригласить, зарегистрировать 60 человек. Он выполнил этот план, он пригласил, зарегистрировал 60 человек. Он не нашел 6 партнеров, он нашел 18 новых партнеров и открыл за очень короткое время звание президента. Ребят, Oriflame растет, Oriflame развивается, во всех странах идет рост. В каждой стране это круто, это здорово. Мы должны это понимать, мы должны об этом говорить людям, мы должны звать людей на образ, на красочный, на яркий, на образ жизни. Мы должны звать людей на путешествия. Я даже не могла представить, что... это возможно. Есть люди, которые не верят в себя, есть люди, которые не верят в возможности компании. И наша задача этими горящими глазами, эмоциями рассказывать о фактах гордости компании Oriflame. Их очень много. Рассказывать о достопримечательствах разных стран. Передать вот эти все самые ощущения, которые мы испытываем на разные конференции. Это может быть менеджерская, золотая или бриллиантовая конференция. Я вам искренне желаю, чтобы вы квалифицировались на все конференции, чтобы у вас был рост, чтобы вы пригласили своих близких, своих родных людей, потому что когда с вами близкие, это незабываемо, и ты понимаешь, что сделал не только себе добро, но и также добро своим родным, своей семье. Ты показываешь совсем другой мир, мир возможностей окружающим людям, и это самое лучшее, что можем мы дать нашему миру. Я вам желаю только роста. Ирсана, моя дорогая, спасибо тебе большое за твое тепло, за твою любовь, за твою нежность, за твою силу, которую ты показываешь, за твою мудрость. И сейчас я хочу вам, знаете, что показать? Сейчас вы видели ребят, которые пришли, сами сделали. Многие из них которые не стыдно приглашать, передавать по наследству. И сейчас я хочу вам показать историю одного родителя. Буквально вчера их показывали. И Щукиных. Так переживаешь, сколько здесь эмоций. Итак, встречайте, Дмитрий Щукин. И вы знаете, он тоже сам растет по своей карьерной лестнице. Итак, бурные аплодисменты, Дмитрий Щукин. Я перебывать. Обычный парень из Самары, несмотря на то, что мы уже на сегодня 17 лет, я все же преодолевал какие-то ситуации самостоятельно. Я работал, кстати, работал я с японскими автомобилями, я продавал их на миллионы рублей. И, так скажем, так как я двигался сам, жизнь меня, можно сказать, тоже побила. И я понял, что нужно знать, где продвигать на миллион. Эти миллионы. Сейчас я полностью Reflame, я очень молодежному движению, которые сейчас рядом со мной находятся. Я горд тем, что я в этом бизнесе именно с этими ребятами. Знаете, друзья, мы можем сказать о себе что-то, если посмотрим на наше окружение. Я совершенно разных людей видел на своем недолгом таком жизненном пути. И были ребята и пониже классом, и повыше классом, но то, какие люди в Oriflame, и когда ты с ними общаешься, ты понимаешь, что ты чувствуешь себя человеком. Очень рад был перед вами выступить, Дмитрий Щукин. Дима, спасибо тебе большое за твою историю. Представляем, как ты волнуешься, представляя бизнес семьи. Это очень здорово. Я сама это знаю, как это волнительно. И я чувствую, что ты будешь очень крутым лидером, которым будут гордиться родители. Тебе большой привет. И мы переходим к следующей истории. Следующую историю я тоже с радостью и гордостью хочу вам представить. Это молодая девчонка. Она тоже продолжает бизнес родителей, у них совместный бизнес. И при этом она сама очень круто развивается, и многие из вас также знают ее в интернет. Итак, встречайте, Снежана Кулешова. Всем привет-привет-привет! Привет из Рио. Из Рио хочу сказать, потому что первая моя бриллиантовая коллекция была как раз-таки немножко на другом конце этой планеты. И в этот раз она подарена мне на день рождения моими любимыми родителями. И уже что-то могут оставить своим детям, показать им более другую, более качественную, более крутую жизнь. Мои родители пришли в Oriflame, когда мне было 11 лет. И уже 15 лет мы всей семьей безумно любим то, что мы делаем. Это единственный источник дохода всей моей семьи. У меня на сегодняшний день никто не работает нигде, кроме как в компании Oriflame. Это наш семейный династийный, можно сказать, бизнес. И путешествия – это неотъемлемая их часть. Сегодня это мой 9-й выезд за границу с Oriflame бесплатно. 2 из них были для съемок в каталоге и рекламе для wellness. Свою только ради денег, где и тогда вы получите боль, как пообещал, когда пригласил вас сюда. Тогда еще путешествовать как никогда. Хочу себя показать миру, и когда его посмотреть. Я вам искренне желаю под себя, землю, силы, действовать. И достижная команда это будет очень сделать. Всем привет, пока-пока. Снежана, спасибо тебе большое за историю, за твою энергию. И очень горжусь и наблюдаю за твоими wellness-проектами. Это здорово. А сейчас я вам хочу показать еще историю. Вы знаете, это потрясающе, когда сейчас пришло время, когда дети лидеров уже выросли, и они прекрасно. Я бы хотела, что если вы увидели себя, если оно навсегда, надолго. Это потрясающе. И сейчас я хочу вам представить. Знаете, любит весь мир. Встречайте. У тебя любит. Да. Так, все, начинать? Да. Все, всем привет. Вы видите, чувствуете, да, какая здесь энергетика висает, то есть, так, мою фамилию вы знаете, то есть, мои хотели тоже, давайте познакомимся со мной. Меня зовут Василий, мне 21 год, в бизнес я 2 года, пришел сюда сам, осознанно. Этого поработал, были даже попытки бизнеса, 15 лет уже живу отстоятельно и живу просто даже в городе, я в Москве начал жить. И хочу, скажем так, задать один вопрос и зародить такую мысль. Ребят, так я уже поработал по найму, был даже свой бизнес небольшой, и просто один вопрос. Скажите, где вас повезут в Японию за счет компании, за счет фирмы? И при том, что вы и так выходите на новый дом, получаете возможности, и вас за это отправляют отдыхать. Просто такого масштаба, такого, скажу честно, нигде. Скажем так, такого отношения к лидерам, где вы между собой дружите, вы не конкурируете, общаетесь, можете задать вопрос руководству, пообщаться с ним на короткой ноге. Ребят, ну я скажу так, здесь нужно быть. Надеюсь, мысль я вам такую зародил уже, и до встречи на следующих конференциях. Рад буду познакомиться и пообщаться вместе с вами. Ян, спасибо тебе большое, но сейчас энергетика такая прям, я надеюсь, что она вот прям до вас физически дошла. И ты знаешь, очень классную вещь ты сказал, действительно. Какая компания в одной из дорогущих стран мира отвезет вообще столько людей, и так много сегодня, молодежи, твой старт вперед! Ну, а сейчас переходим к следующему. И сегодня у нас все в вечерних нарядах, платьях и костюмах. Почему? Потому что у нас сегодня банкет. И встречайте стильную, красивую. Итак, встречайте бриллиантовый директор Регина Киямова. Всем привет, друзья! Привет из Токио! Я надеюсь, что меня видно и слышно. Знаете, для меня это первая бриллиантовая конференция. И, конечно же, я счастлива быть сегодня здесь вместе с самыми успешными лидерами компании Oriflame. Я всегда мечтала о путешествиях, всегда мечтала побывать в экзотических странах. И для меня это, знаете, Япония – это та страна, которая за неделю, да, хочется здесь находиться долго. И знаете, чем дольше мы его узнаем, да, этот город, тем круче эмоции, да. И знаете, я хочу вам пожелать, наверное, самое главное то, что очень важно мечтать в нашем бизнесе, очень важно ставить перед собой высокие, большие цели. Я впервые побывала на море, к сожалению, всего лишь в 20 лет. У нас огромное количество ребят, которым до 20, знаете, благодаря нашему бизнесу это возможно. Вы можете путешествовать гораздо раньше и осуществлять свои мечты вместе с компанией Oriflame. Это уникальная возможность, это уникальный бизнес. Главное, действуйте, ежедневно действуйте, и все будет, друзья. Регина, спасибо тебе большое. Итак, и последнее, кто сделал слово, это наши любимые, дважды бриллиантовые, практически исполнительные. Встречайте, семейная пара, семейный бизнес. Да-да-да-да-да-да-да. Кому же слово последнему дать? Итак, и последние будут первыми. И это Ольга Роберт-Шаймарданова. Ура! Привет, друзья! Конечева. Как мы рады вас видеть. Ух, как тут все круто. Эти все эмоции, эти слова, это просто не передать, это надо быть однозначно в Японии. Для нас это уже вторая бриллиантовая конференция от компании Oriflame. А вообще, наверное, уже 12-я страна, да? С Oriflame может быть, меньше, нет. Уже... 8-я, наверное, может, 12-я. Надо посчитать. Вообще наш путь, сейчас сидим с ребятами, да, общаемся, вспоминаем, как все начиналось. Я пришла в Oriflame, когда мне было 17 лет. Я до этого работала только, была официанткой, продавала квас и получала высшее образование. Я поняла, что путь мой, да, будущее – это предпринимательство. И идеальное сотрудничество. У тебя нет потока, все свои амбиции ты можешь реализовать. И самое главное, ты не рискуешь, да, не рискуешь ни финансами, ни здоровьем, ничем другим. С Робертом мы познакомились, когда уже я приближалась к званию директор, и мы стали развивать бизнес вместе. Да, это очень круто, быть вместе, заниматься одним делом. Я работал в оценке, у меня есть опыт в этот бизнес. Первое – это желание хорошо зарабатывать, потому что на работе я не мог заработать больше, например, 30 тысяч, да, это был 2006 год. Еще дело, потому что когда только мы начали, допустим, обучаться, и я понял, что ты такой, как бы, ну, как только куда-то тебе по делам, это спрашивается, то есть это явно не да. И, знаете, когда мы пришли, мы вот изначально мечтали о таком стиле жизни, и это здесь реально, потому что да. Что сегодня в нашей жизни? Да, мы в Токио, ребят. Это просто крышесносно, это офигенно. Я до сих пор хожу и щипаю себя, потому что мне не верится. Эта страна просто какой-то другой мир. Люди сюда бесплатно. Нам такие вечеринки устраивают. Нам сняли. Для нас это просто невероятно. Что кроме этого в нашей жизни? У нас уже 2 детей, мы поженились, кстати, мы можем долго, да, это сейчас да. Затянуть. И давайте я в конце, знаете, что скажу? Вот когда мы стартовали, наше окружение говорило, что это все фигня. Наше окружение не... Они говорили, нас дурят, Они говорили, у нас ничего не получится. Вы знаете, у нас получится. Это не фигня, это может быть ваше. На этом мы слово Маргарите Полежаевой, Алексею. И ждем вас, друзья. А я здесь, представляете. Ура! И вы знаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, где хочется. Очень важно понимать, куда ты идешь. И твой старт начинается сегодня. И мы все вместе тебе поможем. Вообще нас очень